дорогие друзья! С вами вновь Сергей Ковалев, украинский рок-музыкант и преподаватель. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое модуляция. Итак, модуляция – это переход или отклонение одной и той же мелодии, одной и той же гармонии в другую тональность. Для начала посмотрим два простых примера. Как мы будем модулировать, скажем, из ре минора в ля минор. Вот у нас ре минор. Вот такая гармоническая последовательность. Ре минор, соль минор, ля мажор, ре минор, ре минор, соль минор, ля мажор, ре минор. Дальше мы переходим. Берем ми септаккорд, приравнивающийся к доминанте, к ля минору, и ля минор, ре минор, ми мажор, ля минор, ля минор, ре минор, ми мажор, ля минор. Второй пример. Модуляция на полтона. Из ля минора в си бемоль минор. Ля минор. Фа септаккорд приравнивается, аккорд шестой ступени приравнивается к доминанте си бемоль минор. Если вы следующий аккорд классифицируете как соль бемоль, значит это у вас будет до бемоль минор. Если же вы вот этот аккорд классифицируете как фа диез септаккорд, мы тогда приходим с вами в си минор. Итак, ля минор, фа диез септаккорд, си бемоль минор, фа диез, си минор. Есть. Дальше. Сейчас мы с вами посмотрим очень интересную энгармоническую внезапную модуляцию в тональность тритонного соотношения. Это самая отдаленная степень родства тональностей. Итак, в нашем случае это будет до мажор, фа диез мажор. Сейчас я вам показываю. Бас у нас ведет себя следующим образом. До, ми, фа, фа диез, фа диез, фа диез, ля диез, си, до, соль, до. Правая рука. Развернутая тоническая трезвучие до мажор. До мажор, потом идет тонический септаккорд. До, ми, соль, си, бемоль. До, фа, ля, фа мажор. Дальше обратите внимание, альтерированный аккорд шестой ступени у нас приравнивается к секунд-аккорду двойной доминанты фа диез мажор. И мы получаем не альтерированный, мы получаем не до соль бемоль, ля бемоль. Мы получаем си диез, фа диез, соль диез. Смотрим, двойная доминанта фа диез мажоре. Вот у нас фа диез. Соль диез, си диез, ре диез, фа диез. Си диез, фа диез, соль диез. Разрешаем. До диез, фа диез, ля диез. Дальше си, ми диез, ля диез. Ми диез, потому что у нас не может быть фа, соль, си, до, ре, фа, фа. Энгармонизм, то есть равенство. Итак, у нас си, ми диез, ля диез, соль диез, фа диез. Теперь нам надо вернуться в до мажор. Итак, фа диез мажор, развернутое трезвучие. Фа диез, ля диез, до диез, фа диез. Тонический септаккорд. Фа диез, ля диез, до диез, ми. Фа диез, си, ре диез, басу си. Бас до. Дальше секунд аккорд двойной доминанты. Фа диез, до, ре. Разрешаем в тонику. Соль, до, ми. Фа, си, ми. Доминанта фа, си, ми. Ре, до. И мы получаем
прозвучаем еще раз, я вам сыграю, как это звучит. Еще раз напоминаю, что такое энгармонизм. Фа плюс полтона равняется фа диез. Это то же, что соль минус полтона равняется соль бемоль. Это есть энгармонизм. Так работают законы Вселенной, так работают законы гармонии. На сегодня все. С вами был Сергей Ковалев. До свидания.